Друзья, всем огромный привет! С вами Лиля, и вы на канале Здоровье по-сибирски. В этом видео я хочу вам рассказать про комплексный уход за кожей лица для сохранения молодости. Здесь мы с вами разберем пошаговую программу ухода, которая разработана для максимального результата. Почему косметологи рекомендуют именно комплексный уход за кожей лица? И как правильно нужно ухаживать за лицом? Сейчас все это разберем. Оставайтесь со мной. Итак, друзья, зачем использовать комплексный уход? Косметологами подтверждено, что комплексный уход работает в 7 раз эффективнее. Но знаешь ли ты почему? Потому что комплексный уход построен по принципу синергии. То есть формула каждого средства продумана таким образом, что они все дополняют друг друга. Вы можете успешно использовать отдельные продукты, но именно полный набор обеспечивает максимальный эффект. Это подтверждено косметологами. Комплексный уход за кожей для сохранения молодости. Всего 2 минуты дважды в день требуется для того, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой и красивой. Комплексный уход за кожей – это пошаговая программа ухода, разработанная для максимального результата от использования средств. Результат – красивая кожа в любом возрасте. Друзья, всего 2 минуты 2 раза в день. Обратите на это внимание. То есть это совсем немного, да, чтобы уделить себе время, себе любимой. Итак, какие продукты у нас входят в комплексный уход для сохранения молодости с линейкой Endomix компании Siberian Wellness? Шаг первый – очищение. Сюда мы можем использовать бальзам для умывания травяной. Да? Шаг второй – подготовка к уходу. Здесь мы можем использовать маску для лица увлажняющей и тоник для лица антиоксидантный. Шаг третий – основной уход. Это крем для век, крем для лица увлажняющий и крем для лица ночной. Теперь давайте следующее рассмотрим. Теперь рассмотрим комплексный уход для сохранения молодости с линейкой Experalta Platinum компании Siberian Wellness. Шаг первый – очищение и демакияж. Шаг второй – подготовка к уходу. Шаг третий – концентрированный уход. Это сыворотки. Шаг четвертый – основной уход. Теперь перейдем к практической части. Здесь мы подробнее рассмотрим все наши продукты, которые я озвучила, показала вам в предыдущем слайде. Шаг первый – очищение и демакияж. Правильное очищение – это здоровая и свежая кожа, мы это понимаем, да? И кроме этого, хорошо очищенная кожа лучше впитывает косметические средства. Запомните это. Поэтому первый шаг ухода – это обязательно очищение кожи от загрязнений. После процедуры очищения крем проникает глубоко в кожу, и результат его воздействия более эффективен. Именно поэтому мы используем обязательно утром и вечером для удаления макияжа, избыточного жира и омертвевших клеток. Мы обязательно очищаем лицо и проводим демакияж, то есть снимаем макияж с лица, да? Шаг второй – подготовка к уходу. В эту группу средств можно отнести все, что помогает уходу работать лучше и эффективнее и подготавливает кожу. То есть это тоники и софтнеры. Тоники успокаивают кожу, нормализуют уровень увлажненности и также подготавливают кожу к нанесению крема или сыворотки. После тоника кожа выглядит увлажненной, плотной, с менее заметными порами. Поэтому используйте тоники и софтнеры каждый раз после очищения лица, утром и вечером. Дальше, маски для лица. Маска – это не просто дополнительный уход, а возможность побаловать себя с пользой, чего, безусловно, заслуживает каждая женщина. Какие преимущества, да, у масок? Они активизируют микроциркуляцию, насыщая клетки кожи кислородом, и помогают коже лучше воспринимать уходовые средства. Маски также помогают коже оставаться здоровой и ухоженной. В зависимости от состава, маски бывают разные, да? Они могут стимулировать обменные процессы, увлажнять и интенсивно питать, выводить токсины, уменьшать поры,
улучшать кровообращение и насыщать витаминами. Например, если у вас жирная кожа, я рекомендую использовать маски на основе грязей или минералов. Они слегка подсушивают кожу, убирают и сужают поры. А вот для сухой кожи и в холодное время года я рекомендую питательные маски. Используйте маску минимум раз в неделю после утреннего или вечернего очищения кожи. И третье – пилинги. Пилинг – это процесс удаления ороговевших старых клеток с поверхности кожи. Она проводится с помощью скрабов или специальных средств, которые содержат абразивные частицы. Кожа постоянно образует у нас новые клетки, избавляется от старых. И в течение своего жизненного цикла клетка стареет и постепенно достигает верхнего слоя эпидермиса, превращаясь в ороговевшую частицу. Именно из-за скопления этих отмерших клеток на поверхности кожа выглядит тусклой и грубой. Также они препятствуют проникновению активных ингредиентов средств ухода вглубь кожи. Пилинги растворяют внешний слой омертвевших клеток, открывая доступ к коже уходовым средствам и запуская процессы регенерации. Они работают как энхансеры, то есть проводники активных веществ для средств, нанесенных поверх. В этом случае кислотный пилинг смывать не нужно. Они способны придать коже гладкость и более молодой вид за счет удаления верхнего слоя ороговевших клеток. И облегчается путь новым молодым клеткам кожи, которые скрыты под слоем ороговевших частиц и загрязнений. Также за счет этого ощущаются поры, и они кажутся меньше. Достаточно использовать скраб 1-2 раза в неделю, предпочтительно вечером. Слишком чрезмерное отшелушивание может привести к повышенной чувствительности кожи, а также нарушить липидный барьер эпидермиса и сделать ее более уязвимой перед солнечными лучами. И если у вас жирная или комбинированная кожа, то я рекомендую вам использовать кислотный пилинг серии Xperalta Platinum каждый раз вечером, когда как тоник перед уходовым средством. Но утром обязательно нужно нанести средство со степенью защиты хотя бы 12-15, для того, чтобы минимизировать риск появления пигментации. Шаг третий. Концентрированный уход. Чтобы усилить действие дневного и ночного крема, используйте специальные сыворотки-концентраты. Вместе крем и сыворотка усиливают действие друг друга до 100%. Вы получаете максимум от своего ухода. Сыворотка отличается высококонцентрированной формулой и быстрым проникновением в глубокие слои кожи. Поэтому используйте сыворотку каждый день, нанося под дневной или ночной крем. Шаг четвертый. Основной уход. Дневной крем. Утренний уход за кожей должен завершаться нанесением дневного крема. Он и увлажнит кожу, и защитит ее от неблагоприятных внешних факторов, таких как загрязнение окружающей среды и ультрафиолет. Нужно его наносить на поверхность лица, шею и область декольте для максимальной защиты. Не рекомендуется использовать для кожи вокруг глаз. Ночной крем. Ночью кожа отдыхает и восстанавливается, поэтому она хорошо восприимчива к действию активных ингредиентов, входящих в состав ночного крема. Ночной крем нужно наносить на очищенную кожу лица после сыворотки, чтобы вернуть коже свежесть. Так, у нас продолжение четвертого шага основного ухода. Это уход за кожей вокруг глаз. Для него у нас отдельная тема, да, потому что кожа вокруг глаз тоньше и чувствительнее, чем на других участках лица, и поэтому в этой области признаки старения становятся заметными раньше. Текстура средств для ухода за областью вокруг глаз обычно бывает гораздо легче, благодаря чему они лучше впитываются. Нужно использовать утром и вечером от темных кругов и припухлости под глазами, а также для разглаживания морщин. Крем для кожи вокруг глаз можно наносить на все лицо, шею и декольте. Но вот обратного делать никогда не стоит. Есть риск получить отеки. Итак, друзья, какие преимущества вы получаете? Это индивидуальный подход, конечно же, комплексный подход за кожей. Он подобран в соответствии с потребностями вашей кожи. То есть подбирается, да? То есть мы выявляем, какая у вас кожа, жирная, сухая, комбинированная. Смотря вот какая у вас кожа,
кожи лица мы подбираем средства для вашей кожи. Следующий гарантированный результат. Если вы будете использовать продукцию регулярно и системно, то вы получаете гарантированный результат. Это однозначно. Кэшбэк с каждой покупки. То есть, если вы набираете продукцию на 100 баллов, то будете получать 25% с ваших покупок. Это очень выгодно. В компании еще дополнительно есть дополнительные еще скидки, дополнительные бонусы. То есть это все вместе очень выходит приличная сумма. Получи максимум эффекта от продуктов Siberian Wellness. Дополни свой уход, поддержи изнутри. Для каждой потребности кожи своя биологическая активная добавка, то есть витамины, да. То есть у нас здоровье и красота идет изнутри. То есть снаружи только кремами только мы не поможем, да. Вот это важно учитывать, и вот это нужно понять. Поэтому для консультации вы можете обратиться ко мне, я вас проконсультирую, какие именно витамины для вас не хватает, в чем именно нуждается ваш организм, и все это. Мы выявим все ваши потребности вашего организма и подберем вам нужные биологически активные добавки, то есть витамины. На этом я завершаю свое видео. Если вам было полезно это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, акции, скидки. Я вам желаю быть красивыми, неотразимыми. Все это в наших руках, да, насколько мы ухаживаем за собой, насколько мы витаминизируемся. Поэтому, друзья, будьте красивы, будьте любимыми, сибирского вам здоровья и всем пока-пока!